В законодательном собрании Тверской области прошло заседание областного парламента, на котором внесли изменения в закон об областном бюджете Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Решение принято под председательством Сергея Голубева. Об этом и других принятых законах подробнее в следующем сюжете. Изменения, инициированные правительством Тверской области, представила депутатам министр финансов региона Марина Потихова. В частности, в 2022 году предусматривается увеличение доходной части на 6 миллиардов 879 миллионов рублей. Также ЗАГС Собрание рассмотрело исполнение регионального бюджета за прошлый год. Здесь был зафиксирован профицит, который составляет 92 миллиарда и 300 миллионов рублей. Доходы областного бюджета выросли на 17%. Значительная доля в бюджете Тверской области в доходной части составляют безвозмездные поступления из федерального бюджета, а также из бюджета города Москвы. В том числе по расходам на 2022 год предусматривается увеличение бюджетных назначений на строительство детской областной клинической больницы, на детские поликлиники в целом ряде муниципалитетов. Дополнительные средства будут направлены и на сферу образования, жилищно-коммунальное хозяйство и на дорожное хозяйство. Прирост по сравнению с предыдущим годом составил 12 миллиардов 172 миллиона рублей. Как и в прежние годы, основной объем расходов занимает государственная программа, ряд государственных программ в рамках направления «Новое качество жизни». Также на пленарном заседании был принят региональный закон об образовании нового муниципального округа – Жарковского. Прежде чем законопроект был вынесен на рассмотрение законодательного собрания, была проделана большая подготовительная работа. Прошли сельские сходы, положительное заключение дали депутаты районного собрания. Преимущества очень много. Это, во-первых, это единая вертикаль власти. Это, самое главное, единый бюджет, который позволит как раз привлечь дополнительные инвестиции, потому что будет уже работать принцип единого окна. Не надо будет обращаться в сельское поселение, в администрацию сельского поселения, а будет только единый муниципальный округ. Кроме того, на территории округа при формировании органов местного самоуправления в поселениях появятся территориальные подразделения, чтобы не допустить отдаления населения от местной власти и снижения качества предоставления услуг.